Ну, жаль, это такой крик души, Лидия Гавриловна, простите. Но... Жаль, что, конечно, мы пропускаем с вами Алексея Бондаренко, который работает сейчас на Коне-Мате. Смотрим за Полиной Миллер. Фронтас. И... Куэрву, по-моему, напрыгнул, сальто прогнувшись. Это будет базовая оценка невысока, но все-таки по самой технике исполнения прыжок удался здесь. Тем временем Алексей Бондаренко, увы, сорвался из коня. Замечу, что перед самым соскоком, то есть опять какое-то последнее мгновение упражнения, как это было и с вольными, у него этот самый срыв произошел. Так что, может быть, и ничего страшного в том, что мы не увидели его выступление. Миллер готовится к исполнению второй попытки. Да, я должна напомнить, что сегодня финал, поэтому гимнастка обязана выполнить два разных прыжка. Разных по структуре, не только разных по номерам, а есть сальтовые прыжки вперед, назад, с поворотами. Вот структурно разных два прыжка. Один она выполнила на 9,1. Посмотрим, на какой оценку получится. Второй прыжок, это складывать, делится пополам и получается результат. Фляг и полтора винта, но, к сожалению, как мы с вами видели, с приземлением совсем не на ту часть тела. Это стоит 2 балла минус. Полина вышла в финал с оценкой, полученной в квалификации 8,95, и вряд ли будет больше сейчас. Нет, сейчас уже никак больше не будет, потому что уже падение было. И дают команду Гребенькову начать уже упражнение. Традиционно по очереди.